Чувашия заняла 8-е место в России по уровню достижений национальных проектов. За 3-й квартал текущего года показатель составил почти 100%. Это выше, чем в среднем по стране. В 3-м квартале этого года в республике реализовывалось 48 региональных проектов в рамках 12 национальных. Финансовое обеспечение предусмотрено в размере более 21 миллиарда рублей. Больше 15,5 миллиарда из них бюджетные средства. На данный момент кассовые расходы консолидированного бюджета Чувашии составили почти 12 миллиардов рублей, а это 76% от запланированного объема. Необходимо отметить, что 100% уровень достижений национальных проектов из 12, которые реализуются в Чувашской республике, по 9 достигнут. За октябрь до 100% уровень достижения дошли по национальному проекту образования и БКД. Безопасной качественной дороги. Глава Чувашии отметил, что несмотря на довольно хороший результат, необходимо ускоряться. Движемся неплохо, динамика достаточно неплохая. Показатели в целом, уровень их выполнения тоже, он намного лучше, чем за прошлые периоды. Но очень важно сейчас не расслабиться и до конца года, естественно, довести все запланированные мероприятия должным образом и в срок. Проекты с низкой оценкой эффективности в регионе отсутствуют. Большинство из них, а именно 28, с высокой эффективностью. Оставшиеся 20 со средней. Милена Алексеева, Борис Андреев, Национальное телевидение Чувашия.